14 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиза Кудратова. Отметив высокий уровень организации 16-го саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте, глава государства с удовлетворением вспомнил свою встречу с президентом Узбекистана в рамках этого мероприятия, подчеркнув, что повестка наших дружественных и братских отношений очень широка и охватывает различные направления, президент Ильхам Алиев отметил важность намеченных совместных проектов в экономической и промышленной сферах, в том числе в области промышленной кооперации, сельского хозяйства и других. Глава государства выразил уверенность в том, что в ходе визита Лазиза Кудратова в нашу страну будут проведены плодотворные дискуссии по повестке дня сотрудничества на ближайшие годы и достижению поставленных целей. Лазиз Кудратов в первую очередь передал главе азербайджанского государства приветствия и добрые пожелания президенту Узбекистана. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствие, просил передать и его приветствие Шавкату Мирзиёеву. Отметив, что дружественные отношения между президентами Азербайджана и Узбекистана создают прочную основу для вывода двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень, гость подчеркнул важность взаимных визитов и встреч глав обоих государств с точки зрения укрепления стратегических связей. Лазиз Кудратов отметил, что экономические успехи, достигнутые Азербайджаном благодаря мудрой и дальновидной политике президента Ильхама Алиева, дальнейшее улучшение благосостояния населения вызывают большую радость в Узбекистане. Гость также отметил, что узбекский народ с гордостью наблюдал за военным парадом в городе Ханкенды, посвященным третьей годовщине победы в Отечественной войне. Подчеркнув, что восстановление исторической справедливости стало возможным благодаря решимости и сильной воле президента Азербайджана, его успешной политике, Лазиз Кудратов довел до внимания, что во время визитов в Шушу и Физули он стал свидетелем проводимых там масштабных восстановительных работ и реконструкций.